Старшая медсестра Марина Кузнецова в инфекционном отделении больницы Середавина спасает жизни больных с самого начала пандемии. Коронавирус для нее не просто медицинский термин. По ее словам, ежедневно она вместе с коллегами выходит на работу, как в годы Великой Отечественной войны в полевой медсамбат. Не успеет выписаться один, его место занимает другой. Работать, конечно, очень сложно. Сложно всем сотрудникам. Но мы стараемся, делаем все, что в наших силах, на благо наших пациентов. Жители Самарской области в долгу не остались. Порадовали медиков больницы Середавина из красной зоны подарками для детей. В регионе прошла акция «Коробка новогоднего счастья». Гостинцы врачам вручали областной министр здравоохранения и зампред правительства Самарской области. Я вам очень признателен за то, что минутка выдалась, и мы 31 декабря здесь с вами встречаемся. Больница Середавина стала одной из первых, которая в бой шагнула. И сегодня продолжает сражаться на самом серьезном направлении. Не секрет, что всех самых тяжелых со всей там области привозят сюда, где есть такие высокие профессионалы, как вы. И сегодня больших 7 счастливых коробок новогоднего счастья, наполненных подарками, будут розданы нашим дорогим, уважаемым врачам, медицинским сестрам и санитарам. У тех, у кого есть маленькие детишки разных возрастов, для того, чтобы еще раз показать единство общества и здравоохранения и поддержку в эти непростые дни пандемии новой коронавирусной инфекции. В эти новогодние дни не только врачи и медсестры больницы Середавина ощутили праздник. В фойе каждого стационара Самарской области, где лечат COVID-19, были украшены живые елки. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.